В июне 2023-го на телеканале «Россия-1» состоялась премьера сериала «Синдром отложенного счастья». Это картина от режиссера Татьяны Колгановой, главные роли в которой исполнили Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Татьяна Буланова, Алексей Шевченков, Татьяна Рябоконь и другие. По сюжету 40-летняя провинциалка Наталья Никитин уже 7-й год живет в Питере. Она работает сиделкой у немощных старичков и терпит их бесчисленные причуды и унижения. Однажды в ее жизни появляется новая подруга-массажистка по имени Любовь, которая ввергает Наталью в пучину ярких и рискованных приключений в поисках любви и счастья. К сожалению, второго сезона сериала «Синдром отложенного счастья» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.